Витаю вас, мои дорогие, на канале Рулик 69, меня зовут Руслан, и это мир модификаций нашей доблестной Евротрак Симулятор 2. Ну и как я обещал вам сборочку под елочку. Сборочка у нас сегодня будет номер 58, и соответственно по вашим всем пожеланиям. Как всегда, мои дорогие, напоминаю вам, чтобы вы могли комфортно покатать по данной сборке под елочку, у вас должны быть установлены абсолютно все DLC-карты, которые есть у нас в игре на сегодняшний день, включая DLC-Балканы. Не будет хотя бы какого-то одного DLC, покатать, соответственно, вы не сможете. Итак, поехали. Наша сборочка под елочку. Выставляем снизу карту Индонезии. Выставляем модель 2, модель 1, Dev Map. Далее идем. У нас карта Сибирь, версия 2.7.0, шикарнейшая карта, по которой катать одно удовольствие. Далее у нас карта Южный регион, версии 12.2. Далее выставляем Казахстан от Promods, Asset Dev Map и вот этот коннектор на паромное соединение. Далее выставляем карту Азии, версия данной карты 1.7.2. Выставляем Asset модель 2, модель и Dev Map. И выше ставим фикс от Джерри, чтобы не было у нас вылетов при пересечении платок. Понятненько, да? И как всегда напоминаю вам о карте Азии. Чтобы вы могли комфортно катать по данной карте, в буфере нужно выставить значение 50. Если вы останетесь на значении 10, как оно стоит по дефолту, то будете, мои дорогие, вылетать с данной карты. Так что не ленитесь, заходите в буфер и выставляйте это дело все на 50. Кто не знает, как это сделать, в описании под видео есть четкая инструкция, куда зайти и как все это дело сделать. Понятненько. Ехаем дальше. Далее выставляем карту Волга версии 1.5.1. Далее выставляем карту Московии. Выставляем файл Dev. Данная карта у нас версии 2.49. Далее ехаем. У нас карта легендарнейший Promos 2.68. Выставляем Asset модель 3.2.1 Media Map. Для тех, кто катает именно конвойчик, да, выставляете вот конвой. Promos 2.68, конвой Mode Support. Ну, это если вы катаете в конвой. Если вы не катаете в конвой, то данный файл вам не нужен. Далее выставляем файл Dev и вот это DLC Support. Далее идем. Выставляем с вами Promos Ближний Восток. Выставляем Asset Dev Map. Далее у нас идет открытие границ между Израилем и Ливаном. Поставили. Далее у нас идет Иберия версии 1.2.5. Далее у нас идет фикс для данной карты Иберия для нормальной работы от того же Джерри. Далее у нас идет Португалия Rebuild. Далее у нас идет Италия. Далее у нас идет Ирландия. Далее у нас идет проект Е6. Хотфикс к данному проекту Е6 для нормальной и корректной работы. Далее у нас идет Болгария. Далее у нас идет Латвия Rebuild. Шикарнейшее расширение. Ну, одно удовольствие катать. И вот это мое любимое расширение, да? DLC-шка Балканы, которую наш доблестный мотодел всунул в Promos 2.68. Промоды. Не захотели этим заниматься, но наш доблестный мотодел взял и сделал, за что ему большое человеческое спасибо. Далее выставляем карту Московии, выставляем файл модель и файл map. Выставили. Ну и по вашим пожеланиям то, что вы просили. Я не знаю, чем вам заходит вот эта старейшая карта просторы, карта старезная. Ну, заходит она вам, значит, будем ставить, коль просите. Ставим саму карту просторы. Далее ставим фикс для соединения карты просторы с картой Московии. Далее выставляем вот этот фикс сцене Сегежа, Онега. А, ядрит, Мадрид, язык нахрен поломать можно. Далее выставляем Московия, Ковров. Далее выставляем колонна «Красный богатырь». Далее выставляем Тюмень, Тобольск. И вот этот модик на высокую скорость на снежку. Коль вы изъявили желание катать по данной карте просторы, да, то когда вы будете попадать в заснеженную часть карты,
Этот мод вам как раз будет то, что прописал доктор. Объясняю почему. Без данного модика высокой скорости на снегу вы там будете ездить, ну, 30-40 км в час. А с этим модом будете летать, как детьки. Понятно, да? Так, ехаем дальше. Наша доблестная карта Roix. Выставляем 5, 4, 3, 2, 1. Это для тех, у кого бесплатная версия. Вот, расстановка 5, 4, 3, 2, 1. Все. Для тех, у кого платная версия, соответственно, ставим файл Core и Fix. Понятненько, не путайтесь, потому что часто пишут в комментариях: а где мне найти файл Core и файл Fix? Ребята, вы их не найдете. Эти два файла только лишь для платной версии карты. Понятненько. Далее выставляем AZ-дончик. Выставили. Далее выставляем коннектор для работы ASG. Аддончика с южным регионом. Далее выставляем коннектор для работы нормальной карты Roix с южным регионом. Далее выставляем вот этот гибрид второй, который даст нам нормальную работу карты Roix, карты Promotes, карты Ближний Восток Promotes и карты Москвы. Выставили. С коннектором разобрались. Далее выставляем проект Кавказ. Выше ставим Париж Rebuild и наследие Бенгана. Вот, мои дорогие, вся вот эта сборочка вам под елочку, которую вы заказывали. Так что катайте в удовольствие. Ну и, соответственно, подложка, ребятки, ставьте в обязательном порядке. Ставьте ту подложку, которую я вам даю, либо же любую другую, но ставьте. И вот этот модик от Jerry для полноэкранного. Для полноэкранной карты нашего игрового мира, да? Тоже ставьте в обязательном порядке. Он вам поможет, и вы избежите вылетов при суммировании карты. Так что понятненько. Ну вот, мои дорогие, выше всего этого уже далее выставляйте все те моды, которые вы используете в игре, да? Я вот себе поставил WhatsApp 98 кешу нашего доблестного Т-680. Ну, как бы так, зачетненько, прикольненько покатать на данном кейше. Я его поставил, дотестил вот эту всю сборочку. Ну, бомбезненько. Советую, поставьте, покатайте, я думаю, в удовольствие. Ну, это будет в удовольствие для тех, кто не катает именно в АТС-ку, да? Почему бы не попробовать мод с АТС-ки у нас в ETS-2. Вот, мои дорогие, все, что вы заказывали, я думаю, удовлетворил все ваши заказы. Ну и поехали дальше, посмотрим, что у нас в карте, как это все дело у нас выглядит. Ну и вот так, мои дорогие, все это дело выглядит у нас в карте. Все, что вы заказывали, наш доблестный промоц, да, со всеми этими дополнениями, что мы с вами понаставляли. Все бомбезно, все на своих местах, все шикардосненько. Класс! Так, далее у нас идет у нас карта Roix, да, включает в себя всю ныньку Украину, все стыковочки, все везде выхода, все прекрасно, все великолепно. Соответственно, наша DLC-шка Балканы, благодаря нашему доблестному мододелу, стоит, как положено, как книжка пишет. Класс, да? Далее у нас пошла Турция вниз. С Турции мы плавненько по сухопуточке переходим на аддончик Ближний Восток. Также шикарнейшее дополнение, в удовольствие покатаетесь. Далее у нас АЗ-аддончик, с которого вы можете попасть вот с Кутаиси, да, на Карачаевский, погнали на Южный регион. Либо же вот с карты Roix через Керчь, Тамань, Анапа, и вы на Южном регионе. Далее проект Кавказ, который нас плавненько перекидывает, куда вы думали, да? На карту Казахстана от Promotes. Шикарненько, все великолепно. Также далее ехаем, у нас карта Сибирь, зачетнейшая, шикарная карта. Здесь у нас Волга, старезная тоже карта, но рабочая. Работает все, да и нормальным хондером. Так, далее у нас карта Московии, да?
тоже как бы так, все стыковки, все везде великолепненько, все хорошо. Ну и то, что вы просили, да, карта просторы. Тоже как бы так, все на местах, все стоит нормальным ходом, все великолепно, ребятки. Вот это, да, вот этот разрыв, вы не пугайтесь, вот с Коврова, да, с Коврова, когда ехать по М7 в сторону Нижнего Новгорода, вот этот разрыв, ребята, он проездной, все нормально, это просто что-то, кто-то чего-то там недомалевал, вот и все, так что тут нет никаких проблем, да. Ну и, соответственно, вниз у нас идет карта Азии, шикарнейшая, легендарная карта. Тоже удовольствие покатать. Соответственно, у нас здесь Далянь, Пхеньян и все остальное. Сеул. Тоже катнете в удовольствие. Ну и как же без нашей карты Индонезии? Да, вот наша карта Индонезии. Небольшой такой аппендицитик, но интересненький. Покатаете в удовольствие. Ну и здесь притаилась Сонхла. Вот. Вот, мои дорогие ребятишки. Все, что вы просили, я вам под елочку это дело сделал. Я думаю, с удовольствием проведете новогодние выходные, да, в покатушках по такой шикарной карте. То есть сборочке карт номер 58 от Рулик 69. Нормалек. Лично я доволен, что выполнил вашу просьбу. Класс! Какой я молодец! Ну и так, мои дорогие, выглядит наша уже старезная карта просторы. Да? Карта хоть и старезная, но в принципе интересная. Есть интересные маршруты, интересные грузы, ну... Шикарненько. Покатаетесь, я думаю, везде в удовольствие. А посему, мои дорогие, буду с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Как всегда, большая благодарность и нижайший поклон до самой земелечки от меня всем моим спонсорам, всем моим подписчикам. Ребятки, дякую вам от чистого сердца и от всей души. За вашу помощь, которую вы оказываете каналу. Дякую. И еще раз дякую. Ну и конечно, всех с наступающим Новым Годом, Рождеством Христовым. Хай Боженька дарует нам всем Божьей благодати, крепчайшего здоровья, мира во всем мире. И всех земных благ нам всем. Будь добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока.